что вручат за достижение. В эфире всем достанется, но только по заслугам. Подержи статуэтку, будь другом. Новости в речитативе, новости в речитативе. Кому что вручат за достижение. В эфире всем достанется, но только по заслугам. Подержи статуэтку, будь другом. Любой вымысел может стать настоящим. Любая правда опровергнута и забыта. Его не просто так называют зомбоящик. Мы многого не знаем, но кое-что все же открыто. Запретные темы, черные списки. Непосвященному обывателю не разобраться, насколько серьезны в отношениях и близких. Редактора и их коллеги из администрации. Что за телевидение в современной России? Какая цель пропагандировать и развлекать? Мы ни на что не намекаем, мы просто спросили, осознавая бессилие что-то поменять. Дом 2, каникулы в Мексике, бывшие ЗК. Шоу на любой вкус любимому электорату. Давай поженимся, пусть говорят. Говорят, жди меня. Спасибо, что живой, но что-то здесь не так, ребята. Бесконечный юмор и никакой сатиры. Луковые головы смотрят, как зомби в экран. Им улыбаются мило короли эфира. Кашпировский отдыхает, это глобальный капкан. Неважно абсолютно, федеральный или местный. Идеологический фронт амфорами позабавит. Неважно, сюжет провластный или протестный. И чтобы кто ни говорил, все монтаж поправит. И все мы наблюдаем за главным персонажем, что он расскажет, похвалит, кого накажет. 12 лет в эфире, всем хорошо знаком. 7 мая продолжение, новый сезон. Это наше ТВ, мы его смотрим таким. Знаем, кто Ваня Ургант, не знаем, кто Ларри Кинг. Знаем настоящих профессионалов. Каждому будет дана своя минута славы. Это наше ТВ, мы его смотрим таким. Знаем, кто Охлобыстин, не знаем, кто Чарли Шин. Знаем настоящих профессионалов. Каждому будет дана своя минута славы. Невидимое телевидение для глаз простого зрителя. Для каждого из нас одни на износ, другие на развлекательном. Пласт медиа для масс труба зовет. Точнее телетрубка, хоть не понять порой, что селезень, что утка. Одни не на шутку, другие несерьезно. Даже формат сменить не поздно, если ты Познер. Зачем тебе блок новостной, когда круглосуточным будет орган твой? Не в каждом городе стоят эти 7 высоток. Не в каждом городе на пульте много кнопок. Кто стоит у истоков, только тот и отвечает за подачу тока. Но и зонное покрытие в ЭКТРК. Вышли все под дождь, как в песне Шевчука. И как салют встречали гром. Тебя сольют на YouTube ТЧК.ком. Пока решат телеканалы в порядке срочном. Кого снимать на пасхальном, кого на молочном. Мочилова и расчлененка повсеместно. Вот такая вот анатомия протеста. Для каких передач нет сегодня мест? Крутите барабан, вы на поле чудес. Это наше ТВ, мы его смотрим таким. Знаем, кто Ваня Ургант, не знаем, кто Ларри Кинг. Знаем настоящих профессионалов. Каждому будет дана своя минута славы. Это наше ТВ, мы его смотрим таким. Знаем, кто Охлобыстин, не знаем, кто Чарли Шин. Знаем настоящих профессионалов. Каждому будет дана своя минута славы.